Друзья, всем огромный привет! С вами Сергей, и это YouTube-канал Assistance TV. В этом видео мы с вами снимем ролик, как я вам и обещал, 100 забросов спиннингом. Смысл в том, что я вот приехал на водоем, я знаю эту дампу, знаю, где окуня больше, где меньше, но буду ловить вот от начала и в ту сторону хочу пойти. Там у нас, значит, есть мелководье. Смысл в чем? Повторяюсь, что я сделаю 100 забросов, 25 забросов на разную приманку. У меня ультралайтовый спиннинг, у меня здесь 2-дюймовая приманка и 2-граммовый груз. То есть всего вот где-то получается оснастка, оснастка моя около 4 грамм. Я буду ловить, значит, здесь и делать проводки. Я буду делать забросы, начиная отсюда, и буду потихоньку смещаться в ту сторону, так как там есть мелководье. Вы просили меня, сними ролик 100 забросов спиннингов. Ребята, все время буду использовать 2-дюймовые, значит, виброхвосты и пассивки. Сейчас вам покажу, на какие снасти мы будем сами ловить. Вот, значит, мои снасти, на которые я буду ловить, мои насадки силиконовые. Вот есть фиолетовая такая пассивочка с хвостиком, как червячок. В общем, здесь и чебурашки, и джиг-головка. Но в данном случае я начинаю вот с вот этой. Краешек я слегка откусил, чтобы было чуть-чуть покороче. Сейчас у нас поздняя осень, и мои проводки, каждая проводка будет очень медленной и довольно-таки хитрой. Я понял, что окунь здесь клюет на медленную проводку, когда просто приманка еле волочится по дну. Поклевки еле заметны. Вот я сюда приехал, спросил мужиков, которые там вот ловят. Здесь ходил один со спиннингом, говорит, хожу с 8 утра, всего лишь было, говорит, где-то поклевок 10. Из них, ну, штуки 3 окунь он мне показал, поймал небольших. Мы делаем первый заброс. На каждый заброс у меня уйдет, ну, несколько минут времени, потому что я буду проводки делать очень медленно и очень постепенно. Пару проводок я вам сейчас покажу, сам смысл, чтобы вы поняли, как вот я буду делать проводку потихоньку. Это будет не ступенька, это будет не просто волочение по дну, это будет хитрая проводка для окуня, который должен клевать поздней осенью. Главное сейчас делать очень долгие паузы, секунды, не знаю, до 5 секунд можно делать паузу после подмотки, потому что окунь именно берет на паузе, на долгой паузе. Короткая пауза сейчас не работает, я пробовал, даже на те выходные был на рыбалке, короткая пауза, ребят, совершенно не работает, важно, чтобы пауза была долгой. В чем заключается проводка? Я делаю подмотку, был легкий зацеп, жду на одном месте. И вот я чувствую по удилищу, как я тяну. Я делаю буквально 7-10 сантиметров подмотку, стою. Это может быть как подмотка катушкой с долгой паузой. Также это можно просто самим спиннингом слегка вот волочить по дну. И пауза. Я чувствую здесь плиты, ну и дамба, естественно, плиты. Переброс у меня идет за бровку дальше. А потом чувствую, когда вот начинаются плиты, я просто такими движениями начинаю волокти вот по дну, опять зацеп за плиту, вот так потихонечку. И именно на этих вот волочениях таких хитрых происходят поклевки. Еще важно, не знаю, спиннингисты вот говорят по-разному насчет шпули. Некоторые шпулю опускают руками, некоторые просто начинают вращать катушку. Я же вам рекомендую, когда вы сделали заброс, шпулю опускать руками. Потому что, когда вы опускаете путем вращения самой ручки, ну, разбивается все-таки механизм, друзья. Как бы вы ни старались, механизм разбивается, и рыболовы опытные не советуют опускать ее путем просто промотки. Желательно это делать вручную. На сегодняшнее видео может повлиять как погода, так и время года. Время года у нас сейчас поздняя осень, уже ноябрь месяц, и целую неделю шли дожди, и было довольно-таки холодно. Только сейчас вот выдалась такая погодка, видите, спокойная, хорошая, на улице плюс 6 градусов, и очень важно, чтобы вы не замерзли, потому что спиннинг сейчас вот неактивный. Да, вы будете ходить по берегу, но вы будете ходить мало, в основном это будут вот такие вот простые и такие медленные-медленные проводки. Чтобы вы не замерзли, нужно хорошо одеваться. Я вот себе на AliExpress специально для рыбалки купил такой вот пуховик, который сейчас на мне. Он очень удобный, у него хорошие карманы, у него двойная спрятанная змейка, и он с натурального утиного пуха. Очень теплая куртка, друзья. Вот я стою, даже когда ветер, когда он меня совершенно не продувает, мне она очень нравится, натуральный мех на капюшоне.
Курточка просто жесткая. Ссылка на эту куртку в описании. Кому будет интересно, заходите, просматривайте. Я ее купил себе там, и я ни капли не жалею, друзья. Куртка реально классная. Пошита хорошо, ткань хорошая, фурнитура. Сзади она, значит, вот так вот смотрится. То есть здесь, видите, светоотражающая лента идет. Поэтому, ну, просто жестко. Куртка реально классная. Я только что сделал всего лишь 3 проводки и потихоньку буду смещаться в ту сторону. Ну и, конечно же, я знаю, что ловится хорошо там. Там все рыбаки ловят на живца, вот в той точке. Я туда специально не иду, чтобы, ну, не пойти на место, где есть окунь, а вот половить именно как новичок, допустим. Вот просто пойти облавливать берег. Если же совершенно ничего не будет, тогда я пойду в то место и, ну, сделаю там еще проводок 10-20, посмотрим, что будет там. Но я думаю, что у нас все получится, ведь всего лишь 3 проводки и поклевок пока не было. Это у нас был 11-й заброс. На 11-м забросе взяли окушка. Вот такой небольшой окушок. Давайте его выпустим. Я только что здесь поймал окуня. Здесь я еще немного побросаю и буду, как я сказал, идти вот туда. Вот там хорошие места, правда, мелководье. Я начал смещаться от дамбы к мелководью, сюда вот получается левее, и начали идти поклевки. Если вам видно, вот я показываю удилищем, там очень прозрачная вода, очень прозрачная, ну и мелко. Там, не знаю, 50 метров от берега будет глубина, но всего лишь 2,5 метра, наверное, 2. Там очень мелко, большой, здесь такой, можно сказать, залив. И я вот, когда делаю заброс, я даже не чувствую никакого сопротивления, никаких начала плит, просто бросаю и тяну по-ровному наш микроджиг. Причем тяну такими же проводками, как я вам и показывал. Совершенно ничего не изменяю. Кстати, когда вы ловите на плитах, будьте очень осторожны. После дождя очень мокро. Вот этот вот слой, если вы туда встанете, можно просто оказаться там и, ну, сползти туда. Когда вода поднимается, здесь получается ил. Мох нарастает мхом, и после дождя он раскисает, и, короче, скользко просто наглухо. Можно вот такими вот проводочками. Главное, чтобы и шли небольшие удары по дну. Вот я делаю проводку, чувствую удары. Туф-туф-туф-туф. У нас начался большой ветер, видите, да, причем лобовой. Я ушел на это мелководье, тут как раз между двумя камышами. Я ровно 2 недели назад долбил очень офигенно окуня. Поменял я насадочку, потому что уже число привалило за 35 раз. Короче, 36-й заброс сейчас будет. И вот на такую я поменял. Вот такую, значит, пассивную, можно сказать, 2-дюймовую с этим самым. Короче, с 2-граммовой. Чебурашкой. Ну и делаем забросик, попробуем сейчас. Ребята, значит, пробовал я здесь бросать тоже. Была всего лишь 1 поклевка и все. Я, короче, сейчас пойду к вон тем камышам, попробую вдоль них сделать проводочки. Может, возле них окунь стоит, там все-таки камыши такие плотнее. И буду возвращаться по тому самому маршруту назад на дамбу. Друзья, как я и сказал, возле этого камыша как раз при второй проводке взял вот такой вот окунечек. Да, он мелкий, но видите, как он с краешку взял, вот как раз не повезло, его за самый-самый край губы смог подсечь. Сейчас попробую еще сделать несколько забросов именно здесь же. Возможно, у меня получится выхватить еще одного окуня. Есть еще один окунь на этом же месте. Главное найти хорошее место, как я вам сказал. Если вы нашли хорошее место, то клев вам, можно сказать, обеспечен, друзья. Вот такой вот окушочек. Также с самого краешка я его взял. Видно, вот, с самого краешка. Тоже таки небольшой. И чем ближе я делаю проводку к самим камышам, вот
вдоль вот так, прям почти вот до самого зацепа шнура об камыш. Вот как можно ближе к камышу бросайте, и сразу происходит подачка. Мне кажется, там стоит стайка. Может, сейчас я попробую забросить и прям с вами сделать проводку. Может, у меня получится при вас поймать окуня. А ну... Просто делаю волочение с паузами. Это зацеп. Ух ты, есть! Как я вам и сказал. Ребят, есть, как раз вот при вас взял, видели? Было волочение, и сразу вот он спал даже. Ух ты, какой ты крошечный. Как ты взял? Смотрите, какого маленького окуня можно поймать на ультралайт. Это просто милипусенький, да? Меньше ладохи. Плыви, окушок, выпустим тебя. Ух, как удрал. Главное вот выбрать место. Видите, я сколько прошел от самой дамбы сюда, и не было... Ну, был один окунек, были поклевки, но не так. Здесь вот как раз под камышам именно то. Окунь сейчас прячется вот где-то даже на мелководье, пускай. Вода-то теплее, где есть какая-то мелочь, где может быть какая-то, не знаю, какой-то червячок. Вот под камышами, допустим, как здесь вот именно вдоль камышика. Здесь и нужно вот искать окуней. Также, ребята, пробуйте, ходите, бросайте. Но одно вам хочу сказать, что поздней осенью, как сейчас, в любом случае... мега-супер клевать не будет. В любом случае не будет. Будет плохо. Потому что вода холодная, окунь уходит на зимовку, там, на ямы, куда-то еще. Если, конечно же, вы попадете в стаю окуня, это будет просто бомба. Вот вы, окунь сбился с стаи, вы где-то ходили, бросали, нашли где-то стаю окуня. Да, считай, что вам клево обеспечены 100%. Ну а так, именно придется ходить и долго искать. Ну что же, ребята, вот такое видео у нас вышло. Я поймал не так много окуней и сделал 100 забросов. Я прошел от того места вот именно сюда. И за это время было очень мало поклевок, потому что, я думаю, такая погода. Как я говорил, были дожди большие, сейчас холодно, видите, какая температура. И рыбаков, у кого не спрашивал, есть что-то, говорят, нету или только, ну, пару окуней, вот тех, кто ловили. Хотя мужик, вот, какого я увидел утром, сказал, что у него штук 10, но я, правда, не проверял. Вот так вот. Поэтому, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. У нас уже довольно-таки холодно, но мне тепло, мой оператор просто замерз, слабо одет. А мне тепло в этой курточке, курточка хорошая, поэтому, кому понравилось, эти шмотки, короче, кому понравились, переходите, в описании будет ссылка. Ни хвоста вам, ни чешуи, пишите в комментариях, когда вы были последний раз на спиннинг и что вы поймали, какая была погода в тот день, это тоже очень важно, потому что сейчас у меня такая вот погода и, как видите, клев никудышний. Поэтому, ребята, всем вам огромное спасибо, подписывайтесь на канал, ставим лайки.